хорошо работает, в принципе. Контакт очень сильно лагает. Ну, в принципе, так, ничего. Да нормально работает. Что? Интернет? А что это такое? И мне вообще этот ноутбук внук включает. Он говорит, бабушка, отойди, ты все равно ничего не понимаешь. С помощью связи беспроводной. С помощью провода. А, отлично. Нашли, что спросить. Где-то что-то бежит, какой-то сигнал. Сеть, кабель, Wi-Fi, роутер. Ребят, ну такой вопрос сложный, реально. Через спутниковую сеть. Да? А, он работает из-за космоса. Мой? Медленно. Ну, вы знаете, интернет – это всемирная глобальная сеть. Он устроен очень сложно. Я боюсь, что не хватит и часа, чтобы объяснить вам. Yeah, internet work good in the world because it helps us to communicate. I use internet to communicate with my family, to communicate with my friends very faster and very economized. Интернет работает нормально. Захожу, включаю и сижу. Вообще, в 89-м году люди, группа ученых из, по-моему, Кембриджа создала всемирную сеть. Были некоторые базы данных, чтобы всякие смайлики, всякие веселые вещи использовать. Потом это уже разрослось через довольно много на всемирную сеть. Каналы связи, все дела. Да, надо на кнопочки нажать на компьютере. Мы смотрели «Аватар». Там вот было такое дерево, и все было связано. Там были связи такие, вот это интернет. А вы, блин, сейчас, пацаны, все в интернете. Интернет – это сеть, это глобальная сеть, мировая сеть, и это радует. И пускай человечество этому радуется. Сервер – это домен. В Майнкрафте такой есть. Это в Counter-Strike сервер. Да, я знаю, но это такое мифическое понятие. Такая штука, которая периодически не работает. Это единственное слово, которое я знаю. Это большой такой, возле него охладитель. Ну, я была в серверной, там прикольно. Черт кто его знает. Сервер. Я знаю, что сервер иногда зависает. Где он зависает, с кем, этого я не знаю. Это такой шкаф. В нем что-то там мигает, какие-то лампочки. Оно мигает, мигает, рядом такая шняга. Она на него дмухает, дмухает. Ну, как-то все сложно. Да. Пигинг? Не знаю. Ну, Пилинг, I don't understand. Пиринг? Я не знаю, что такое пиринг. Я закончил университет приборостроения и информатики. Что? Что? Чего? Что? Пилинг? Пилинг? А, пиринг. Это, наверное, от слова перина. Производное. Ну, раньше были такие перины в старину. У бабушки еще мои остались. Пиринг. Я вот пирсинг помню, а пиринг понятия не имею. Я не знаю, что такое пиринг, что это вообще такое. Пиринг, пиринг. Чего? Вы о чем? Так, я не знаю. Тоже, да. Вот я как-то звонил своему провайдеру, он мне говорил про пиринг, его что-то там такое. Я не знаю, что такое, она ответит. Источник седов, источник беров. Я, к сожалению, не знаю, что такое пиринг. Наверное, это связано с сетью пользователей, которые... У нее муж ученый, поэтому она такая умная. Вот, например, как в торрентах есть сиды, которые отдают информацию, есть пиры, которые ее скачивают. Или я перепутал? Не знаю, пиринг – смешное слово, забавное. Звучит так весело. Вот этого я не знаю. А вы знаете?